Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в Светофоре, город Богородец, Тульской области. Я гляжу сметану, вот, но не вижу, заменитель молочного жира или нет. Кто брал вот эту сметану и уже пробовал, пишите, пожалуйста, отзывы. А, вот такая сметана, 20%. Так, производитель, кто у нас этой сметаны? Так... Ставрополье производитель, потому что Пятигорская я вот вижу, не знаю, не могу сказать, хорошая она или нет, поэтому, пожалуйста, напишите отзывы по поводу этой сметаны. Так, что тут еще интересного? Ой, очень холодно, пойду. Это ножки свиные, 199 рублей. Здесь две ножки. Вот они. Так. Это что у нас здесь? Классический фарш. Вот он. Фарш классический. Цена какая его? Штатные котлеты. А, вот. Цена 126,50 по Волжье за килограмм. Вот этого фаршика. Так, это новый. Вот этот. Я вот такой всегда брала. Я это не знаю. Кто брал уже этот фарш, пишите отзывы. Сразу хочу сказать, что брала. А что не брала, не буду говорить. Так, это голень. Рязаночка пшеничная. Высший сорт для любой выпечки. Здесь 5 килограмм. За 5 килограмм 136 рублей. Кто уже из этого продукта выпекал что-то, напишите, пожалуйста, отзывы. Действительно хорошие, можно брать. Потому что, смотрите, 5 килограмм и всего-то на все 136 рублей. Рязаночка. Я до этого брала, да, в других магазинах рязаночка была очень хорошая мука. Но мне муки сейчас очень много. Поэтому, кто печет постоянно, не переплачивайте. Приезжайте и покупайте рязанский продукт. 136 рублей за 5 килограмм. Мы подходим к посуде, которой очень много. Смотрите, какие красивые они. Какой орнамент. Это Китай производитель. Да, вот такие беленькие. Смотрите, с каемочкой. Вот такие. Цена 54 рубля. Фарфор, декольте, два дизайна, 19 сантиметров, 500 миллилитров. Так, сейчас я вот так ее поверну. Да, вот такая. Так, дальше вот такие красавицы нас встречают. Смотрите, какие красивые. Здесь... уже узор внутри. Цена ее 75-40. Вот такого 650 миллилитров. Угу. Бульонница. 74-40. Так, и вот, вот он. Ой. Вот такой красивый, смотрите. О, это же он, да. 57. Вот это 57 стоит. 57 рублей. Видите, я ошибку сделала. Не то показала вам. 57,10. Вот это стоит. Неправильно сказала. 57,10. Производитель Китай. Так. Потому что здесь вот еще. Вот она. Смотрите, видите, какая красавица. Так. Такое оформление. Так. Так, что там еще у нас? А, это салатники, они уже были. Да, я уже показывала про салатники. А, салатники 76 рублей 60 копеек. Так, это тоже показывала к этому.
Так, и кружки вот такие серые, производитель Китай. Но прежде чем брать, прошу вас просмотреть. Видите, недочеты. Вот их прям видно очень. Вот здесь лучше надо просматривать. Со всех сторон ее просматривать, чтобы не было дефектов. Цена 62,60. Такой серый цвет. Танки привезли опять. Видите, в мешках очень много султанок. 310 рублей. Размеры от 48 до 56. Смотрите, какие султаночки. Это для молодежи. Вот такие. Да? Вот они. Такая резинка здесь такая большая. Вот. И для уже нас, более взрослых, вот такие резиночки. Вот такие они. Султанки. И короткие. 310. Вот они. Короткие. Вот женщина держит. 310 рублей. Вот они. Видите? Тоже цена одинаковая. Спасибо. Вот они. Смотрите. Тоже цвета. Очень много султанок. Для хранения с декором 900 миллилитров с крышкой 57 рублей 80 копеек. Вот такие баночки с крышечками. Смотрите, есть закручивающая, а есть просто пластиковая. Вот такая пластик и вот такая. Двух вариантов. Да, двух вариантов. Цена 57,80 за эти красивые баночки. Так, 900 миллилитров. А сейчас я вот там уже одну вытащу и покажу вам. Смотрите, вот так. Вот так и крышечка. Да. Так, и это я уже показывала тарелочки. Вот такие Лиминарс. Так, также показывала вот такой стебель бамбука, особый продукт. Тоже показывала. Так, соус. Вот это я не показывала. Чили. Смотрите, соус чили. Так, цена мексиканская. Так, 1 литр мексиканский 63,50. Вот это я вам не показывала. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Так, произведено где? Ростов-на-Дону. Такой жидкий, не густой, средней густоты. За литр. Так, масло оливковое, кто спрашивал. Смотрите, она здесь еще есть. 228 рублей. Также соевый соус есть. Цена 1 литра 62 рубля. А стебель бамбук, который я вам показывала, 39,60. Не переплачивайте, говорю вам. Покупайте дешевле, потому что одно и то же, только цена разная. Здесь закупается оптом, и очень много опта берется. А там покупая меньше опта, и, естественно, так как он это склад, магазин, здесь дешевле. А все это вывески, все это народу, когда много, про полочки красивые, все это складывается в цене, понимаете? Вот. А когда вот так, то дешевле намного. Все, вот так. И кружки тоже Китай, 360 миллилитров, 44 рубля. Цвет такой приятный, светло-голубой, чем тот серый. Тоже дефекты могут быть, так что просматривайте, когда будете покупать. Производитель Китай. Покрывало махровые, 360 грамм, значит 150 на 2, 672 рубля. Вот такое покрывало я не показывала. Смотрите, какое красивое покрывало. Какие цвета приятные. Очень. Смотрите. 672. Узбекистан. Производитель. Такая кайма, она в пакете, я не буду вытаскивать, потому что тогда ее затрепят всю. Вот, смотрите, красивое такое покрывало. Так, подушки. Так, и есть еще вот в таком исполнении. Вот такие.
Вот он еще. Вот такие цвета в ассортименте. Тоже покрывала. Так, и подушки. Здесь цена, значит, 50 на 70, 214. Одеяло лебяжий 649. Вот она, они все. Очень много товара. Просто очень много. Фасоль. Вот она, сейчас, секундочку. Где-то я видела фасоль. Так, так. Томатная паста, аджика. Так, огурцы маринованные, кабачки. 72 рубля. Пюре фруктовое. Нет. Там где-то я видела, там дальше. Вот этот фруктовый, клубничный, абрикосовый. 82,50. Я не показывала вам. Так, тульское производство. Вот оно, смотрите, абрикосовые. Лето с пользой. Так, Тульская область, у нас Ленинский район производит. Срок годности 2 года. Производитель Тульская область. Наши земляки. Вот я хотел фасоль. Вот она. Так, 72,10 фасоль. 750 миллилитров. Вкусный продукт. Астрахань. Вот она, фасоль. Тоже не показывала. Смотрите. Домашняя традиция из печи. Так, это что в пакетах? Борщ. Борщ. Очень много борща. Так, 510 грамм. 34 рубля. 50 копеек. Берут. Вот, смотрите. Вытащу показать. Вот так вот я покажу. Борщ с капустой. Картошечку бросила, и уже все готово там. Вы пробовали, брали, да? Нет, я вот услышала. Услышали, да? Вот, вот, смотрите, вот женщина. Да, смотрит, и я показываю. Попробую. Попробуйте, напишите отзывы. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Я буду очень рада. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Желаю всем здоровья, всего хорошего. И прежде всего, еще раз здоровья. Будьте счастливы!